Всем привет! Вы на канале Тимонтуб. Сегодня я вам покажу битву Трансформер. Вчера вы смотрели битву трансформеров вот таких вот. А сейчас будет новое. Сейчас будет Бамблби против Оптимус против Бамблби. Простите, что у меня маска спустилась. Скажи, у меня новая маска Гринука. У меня новая маска Гринука. Не, я только вчера купили. Но сегодня, как оп, я вам расскажу другую легенду. Последний рыцарь. Вот Оптимус полетел на Кибертрон. Его там загипнотизировали. И он полетел на землю и стал драться с Бамблби. И когда он чуть-чуть его победил, то он вспомнил, что он должен защищать землю, помогать людям. И он дал руку Бамблби. И он стал. И они позвали всех автоботов, кого только можно. Трона, Гринлока и всех остальных. Поставь этого пострелять. И пришел Мегатрон. Они так в него. И Гринлок тоже в него. И Оптимус ему так по голове шандарахнет. Но вдруг прибежал Мегатрон. Другой. Динозавра Мегатрон. И Оптимус ему дал в подзатылок. А Бамблби ему так вот дал. Гринлок вот так вот дал. Вон так вот там. И все они всех победили Дипстиконов. Вот это вся легенда. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет очень интересно. Всегда свежие игрушки. Вот этот трансформер, Оптимус, вот это вот Бамблби, Стронган и Гринлок. А вот это Мегатрон и плохой Оптимус. Мы против них дрались. Приходите к нам в гости, будет очень весело.